Добро пожаловать на канал Народные Советы. Сейчас я расскажу вам, как правильно питаться при повышенном давлении. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Видео выходят каждый день, и вы сможете улучшить свои знания о народной медицине. Также можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. Ну а теперь вернемся к теме ролика. Основные принципы питания. Ограничение соли до 5 грамм в день. Ограничение животных жиров. Ограничение углеводов. Введение в рацион растительного масла. Введение в рацион морепродуктов. Умеренность в еде. Частое и дробное питание 5 раз в день. Ужин легкий, не менее чем за 2 часа до сна. Запрещаются жирное мясо, сало, крепкие бульоны, крепкие чай и кофе, горчица, перец, редька, субпродукты, сдоба, острые и соленые блюда, копчености, шоколад, алкоголь. Калорийность питания до 3000 килокалорий. Пищу готовят без соли. Приготовленные блюда немного подсаливают. Чтобы улучшить вкус бессолевой пищи, можно использовать клюкву, лимон, лимонную кислоту, укроп, петрушку. Жидкости можно потреблять не более 1,5 литра в день. Разрешается хлеб, пресный ржаной и пшеничный, сухари, галеты, супы, овощные, молочные, постные, борщи, мясо, нежирная говядина и свинина, курица, индейка, мясо отварное или запеченное, рыба, нежирная, отварная или запеченная, яйца, не более 1 в день, овощи, картофель, капуста белокочанная, капуста цветная, свежие огурцы, помидоры, кабачки, тыква, баклажаны. Фрукты любые. Крупы овсяная, гречневая, рисовая, пшеничная. Молочные продукты – кефир, творог, молоко, кумыс. Сахар – до 50 грамм в день. Мед до 50 грамм в день вместо сахара. Напитки: некрепкий чай, соки, квас, отвар шиповника. Закуски: докторская колбаса, неострый сыр, овощные салаты. Очень полезны для больных гипертонией: изюм, курага, чернослив, персики, абрикос, бананы, ананасы. Отвар шиповника: грецкие орехи, миндаль, морепродукты. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч!